Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радика Чарно Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинда Банам Ванчакалпатарувасчакипасиндубевача Патитанам павуне бхавишнабибхьо наму намаха Мукам кароти вачалам пангум ланхайтигирим Яткипатамахам ванде парамананда мадавам Бриндавай тулсидеббай пиявай кесавасача Шна бхакти паде деви саттаваттвай намо намаха Нараяна намаскритта наранчайва нараттамам Девин сварасватин вясам тато жайо мудира Шанкиртане Кришна катхопадеш Гаурия патрашо пракасанича Шадану ракта гуру бхакти йокто Бхакти Прамодакша Джагод Баруньям Дейям Сада Паривавагна Мавиштадухам Тетас Падам Сева Виринчанутам Сараньям Битатихам Панадапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чарна Равиндам Ядпад Паллавана Качанна Муничатай Висвурджи токима пикапамадушвадарши Пуранан рагараса сагара сарамит мурти Шаради камай кадан капам кадарши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта гададхара сивасади Гаура бхакта бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта гададхара сивасади Гаура бхакта бинда Харе Кришна, Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама Рама, Рама, Харе Аджануламбита бхужау канука бодату Санкиртанай кавитару камала ютакшу Вишамбару диджабару джугадхарму палу Банде джагат приякару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе. Намами Ганге Тава Пада Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманго Мада Пухарам Барануси Пурапати Бхаджави Шанатам Баги Шаджасва Бадани Лакшмир Джасвача Бхакшаси Джасьястиде Самбихи Пам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама.
Кришна Киртана Гану Натана Калапатхо Джани Бхаджита Садвакта Валихамса Чакрамадупо Сени Бихараспадам Карна Нанди Каладханир Бхатуме Джиухамару Прангани Си Чайтанна Даяни Дхета Валасад Лила Судха Свардуни Кришнат Киртана Гану Натану Пару Пемам Ритам Бхонидхи Дхирадхира Джану Приопья Кару Нирмасару Пуджито Си Чайтанна Кипавару Бхабибаву Варавантарку Банди Рупа Санатану Сиджибуго Рогуджуго Сиджибуго Палако Банди Рупа Санатану Рогуджуго Сиджибуго Палако Гаурия Госпати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада. That any problem we are facing in our material life, in our daily life, Гаудия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада сказал, что любые проблемы, какие мы встречаем в нашей повседневной жизни и вообще в жизни, мы должны относиться к ним как к милости Верховного Господа. И вот согласно нашей прежней карме, эти плоды кармы приходят к нам, и в конце концов все это прямо или косвенно по воле Верховного Господа происходит. И вот любые проблемы, которые приходят в нашу жизнь, мы должны относиться к ним как к милости Верховного Господа, а не к чему-то другому. И вот Гаудия Гоштипати Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад говорит, когда наша цель, наша цель едина, одна, то общая цель имеется в виду, тогда с другими у нас не могут быть никаких споров. Если наша цель служения, настроение служения, все остальное, оно едино, то тогда среди нас не может быть никакой борьбы. И вот Гаудия Веданта Татва Ачарья Шрила Джива Госвами Пад, сегодня день его явления. И вот Вишва Вайшнава Раджа Сабха, она организована Шрила Джива Госвами Падом совершенным образом после того, как Рупа Санатана и все остальные ушли. Джива Госвами Пад взял на себя ответственность за эту Вишва Вайшнава Раджа Сабху, и под его руководством никаких проблем уже там не было. Все пытались совершать баджан совершенным образом, поскольку в то время как раз проблем не было. А почему? А потому что все преданные во время этих госвами, и вот все цели всех преданных, Махарадж их перечисляет, их цель одна была едина – служить лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху уникальным, эксклюзивным образом и ничто иное. У них было одно желание – служить лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, и поэтому никаких проблем и разногласий у них не было. И вот Шрила Прабхупад говорит, если у нас есть одна цель, один идеализм и никакой корысти, то тогда не может быть никаких споров между преданными. А если споры какие-то случаются, то это хорошо в этом случае, поскольку это ради севы происходит. Кто-то больше и больше, еще больше севы хочет совершить. И таким образом, если есть какие-то споры среди преданных, то ради высокой цели. И таким спорам можно принести почтение. И вот Шрила Джива Госвами Пад, он Гаудия Веданта Татва Ачарья, и под руководством Сваруп Госай, All Gaudiya,
И вот Шри Чайтанья Махапрабху, он вынужден был отдать всю ответственность сначала Сварупа Госвами, и после этого поток служения Бхавы, все пришло. И вот под руководством Сварупа Госвами я уже говорил много раз, чтобы понять великолепие качества Гаудия Бхакти, его, чтобы узнать великолепное качество Гаудия Бхакти, узнать его положение, для этого мы должны узнать Сиддханту Вичар Сварупа Госвами. Если мы поймем Сварупа Госвами, то тогда очень просто мы сможем понять ту ситуацию, которая сейчас происходит, положение того или иного преданного и прочее, мы очень просто можем осознать, поскольку Сварупа Госвами, и вот наша Гаудия Гуруварга говорит, до тех пор, пока мы не будем одобрены, проверены Сварупа Госвами, то мы не сможем говорить о себе как о Гаудия Ачарьях. Это невозможно. До тех пор, пока мы не будем одобрены Сварупа Госвами, мы не сможем провозглашать о себе как об Ачарье, как о Гауди Ачарье. Это невозможно. И много раз я уже говорил, что это Сиддханта Шрилы Прабхупады в том, что... И вот Шрила Прабхупад говорил, что полностью защищать Сиддханту учение Сампрадай – это есть главная обязанность Ачарьи. Вани Вайбав Сампрадай Квайбхав – это богатство, сокровище нашей Сампрадай, это ее учение. И вот можно вспомнить Шри Чайтанья Махапрабху. Перед Валабхачари я вернусь к этой теме чуть позже. И вот Шри Чайтанья Махапрабху провозгласил Валабхачари то, что Сиддхас Госвамипад, он Ачарья, хотя он из Вишну Свами Сампрадай. Почему Махапрабху говорил так? И почему Махапрабху принял Мадхвачарью как нашего праачарью, нашей наставнической преемственности? В чем же причина? И вот и вот если взять и сравнить все эти четыре авторитетных сампрадая, Мадхвачарья, Мадхвачарья, Нимбаркачарью и Вишну с вами, они подобны колоннам, на основе которых все вайшнавское общество находится. Это главные колонны Гауди вайшнавского общества, и среди этих четырех колонн, две колонны Кришнадас Кавирадж Госвами и Джива Госвами Пад, они хотели, и вот они, и Махапрабху также, они выделяли Мадхвачарью среди них и Шридас Госвами Пада как того, кто защищает бхакти, поле преданности, направление бхакти. И вот Джива Госвами Пад с самого начала кто-то говорит, что Шри Чайтанья Махапрабху ушел, а Джива Госвами Пад явился, но нет, это не так. Шрила Бхактивинода Такур говорит, что не может быть такого, поскольку все эти исторические эти свидетельства такого не говорят, а нет. С другой стороны, мы можем сказать, когда Шри Чайтанья Махапрабху ушел, то в это время Джива Госвами Пад было около 10 лет. Но так или иначе, мы можем узнать это от предыдущих Ачарьи, Бхакти Ратнакара и других, когда Шри Чайтанья Махапрабху, он был в Рамкелиграме, это северный Бенгал, и вот там Рупа Санатан, они находились там, жили.
И вот чтобы пролить милость на Рупу Санатану, Махапрабху пошел туда, в их деревню. И вот по пути во Вриндаван Махапрабху зашел в этот Рамкелиграм, и там в Канайнатшалу пошел, и оттуда Махапрабху вернулся во Вриндаван, он не смог пойти. Была определенная причина на это. Но в то время можно заметить, что Рупа и Санатана они пришли в какой-то обычной одежде, но ночью скрыто они пришли, чтобы встретиться с Шри Чайтаньей Махапрабху. И в то время Джива Госвами Пад был очень маленьким мальчиком, и все равно он пришел, чтобы получить даршан лотосных стоп Махапрабху. И мы вот узнаем об этом. И после этого мы все знаем, что Рупа Госвами Пад он оставил. Он финансовым этим министром был, царем Бенгала, у царя Бенгала, точнее. И вот и Махапрабху в то время ушел во Вриндаван, чтобы встретиться с Махапрабху. Санатан Госвами в тюрьме в это время был. И вот и вы уже знаете, что отец Шилы Джива Госвами Пада, Анупам, младший брат Рупы Санатаны, и вот он был с Джива Госвами Падом на пути к Вриндавану, и вот когда тот возвращался, он у Ганги оставил тело Анупам. Он был не столь стар, но так или иначе помер. И вот после этого Джива Госвами Пад, он остался один, он плакал и плакал. Он думал, как же обрести лотосные стопы Гауранги, и с самого детства он был очень, очень разумен. Даже в молодом возрасте он уже изучил всю санскритскую грамматику, чанду и еще что-то. Очень хорошо учился, и после этого он думал, отец ушел с этого мира, и вот он думал, что же делать. Он пытался как-то встретиться с Гаурангой Махапрабху всегда, и пытался как-то из дома уйти, но так или иначе потом получил разрешение у своих домашних, чтобы отправиться учиться в Навадвипу, и пришел в Навадвипу, чтобы учиться в этой Навадвипе. И в то время Шивас Прабху и Нитянанда Прабху, они были там, пришли с Карды, и Шивас Пандит сказал, возможно, Джива может прийти. И тем временем Джива Госвами Пад уже был там, у ворот. И Нитянанда сказал, Джива уже пришел, вот стоит у ворот, приведите его. И вот он вышел и увидел Дживу Госвами, который стоял и плакал. И вот он привел его к Нитянанде. И и вот он принес полный распростертый поклон Нитянанде Прабху и начал плакать навзрыд. И вот я еще забыл сказать, что во сне, дома во сне он, ему такой сон приснился, что Шри Чайтанья Махапрабху со всеми своими спутниками Нитянанда Гауранга Адвайта Гасай, Шивас Пандит и другие. И вот Джива Госвами Пад, он увидел их всех. И вот Шри Чайтанья Махапрабху пришел и уверил Шри Джива Госвами Пада, чтобы тот не беспокоился, и он уверил его, что ты получишь лотосные стопы Нитянанды. И в этом своя причина, поскольку Нитянанда Прабху, он гуру, он лучший изначальный гуру. И вот Джива Госвами Пад пришел сюда, в Навадвипу, и после этого он встретился с Нитянандой Прабху и Шивас Пандитом и прочими.
И вот он так получил милость Нитьянанды Прабху. И Нитьянанда Прабху с огромной любовью он поместил свои лотосные стопы на голову Дживы Госвами Пада, чтобы успокоить его. И после этого Нитьянанда Прабху он взял Дживу Госвами Пада, и они обошли всю гору Даму. Они совершили парикраму по всей горе Мандале. И вот у Дживы Госвами Пада была такая возможность под руководством Нитьянанды, изначального гуру. Нитьянанда — это олицетворение изначальной гуру Таттвы. Гуру Таттвы, она очень сокровенна, и поэтому имя Радхарани мы не можем найти в Бхагаватам. И в Хари Бхакти Виласе мы тоже не можем найти ничего. Все это очень сокровенно. Гуру Таттва настолько сокровенно, что обычные люди, они не могут понять, что такое Гуру Таттва. И вот можно вспомнить, перед тем, как я начал, когда наш Джагадананда Пандит снова и снова он просил позволения у Махапрабху, чтобы пойти получить даршан Вриндавана. И Махапрабху не позволял ему, а тот спрашивал снова и снова. И в итоге Сварупа Госвами Рай Рамананда, они попросили Махапрабху, чтобы он позволил ему посетить Вриндаван. Но я хочу напомнить вам, что Махапрабху был вынужден сказать, что ты отправился во Вриндаван, но ты не можешь там долго находиться. И вот, в общем, ты пошел во Вриндаван, но не находись там долгое время. И когда бы ты ни был во Вриндаване, ты всегда должен находиться под руководством Санатана Госая. И вот Махапрабху дал такое важное наставление: когда ты отправился во Вриндаван, каждую часть секунды всегда ты должен находиться с Санатаном Госаем. Не оставляй Санатану. Ты должен быть всегда с ним. А почему? Санатан Госвами Пад, он самбанта татва, самбанта гьяна ачарья, и без какой-то связи с ним, а без самбанта гьяна мы не можем служить Верховному Господу, нами, даме, ничто не можем делать. Даже Шрила Прабхупад говорит, и вот Шрила Прабхупад говорит, что если вы не понимаете, что ваш Гуру Падма Садгуру, и вот Шрила Прабхупад говорит, до тех пор, пока вы не почувствуете, что ваш Гуру Падма, он не отличен от Верховного Господа, если вы не можете почувствовать этого, то тогда никогда вы не сможете совершать харинам должным образом. Понимаете, о чем я говорю? Когда, если вы не можете почувствовать, что Верховный Господь, мой Гуру Падма, он не отличен от Верховного Господа, если вы не понимаете и не чувствуете этого, то до тех пор вы не можете совершать харинам. Харинам не сможет явиться на вашем языке. И вот Джива Госвами и Махапрабху такое наставление Джагадананде Пандиту говорит, что иди во Вриндаван, но ты должен всегда находиться под руководством Санатаны. Все время, поскольку Санатана Госвами – это самбанда гьяна ачарья, и Махапрабху хотел предупредить нас таким образом. И здесь, во всей городе Парикраме, Шрила Джива Госвами Пад следовал Нитьянанде, а Нитьянанда Прабху, он рассказывал, где произошли те или иные лилы.
он рассказывал, что Махапрабху делал тут и там, и вот он так показал ему всю город Даму, и после того, как парикрама закончилась, Джива Госвамипа также получил даршан лотосных стоп Джахнавы Такурани, я об этом тоже буду говорить. И вот Вишну Приядеви, Ишан Такура Даршан он получил, и вот Шачима, Джива Госвамипад. После того, как он совершил парикраму гору Дамы, Нитянанда Прабху, он дал наставление Дживе, что ты можешь отправиться в Варанаси. И Нитянанда Прабху дал наставление Дживе. И вот по пути во Вриндаван ты должен заехать во Вриндаван. Вот и вот, в общем, ты будешь, когда во Вриндаване, Махапрабху дал вам место, а твое место во Вриндаване, где Рупа и Санатан, и Махапрабху дал служение тебе там, и ты должен отправиться во Вриндаван, но по пути должен зайти в Варанаси. А почему? Поскольку в Варанаси Нитянанда Прабху хотел отправить его в Варанаси из-за того, что Джива Госвамипад, он был уникален. Его вичар был, его разум был настолько великолепен, что Нитянанда Прабху, он хотел отправить его в Варанаси. И там, под руководством Мадхусудан Вачаспати, а кто такой этот Мадхусудан Вачаспати? Мадхусудан Вачаспати, он ученик Сарвабхаума Бхаттачарьи. А Сарвабхаума Бхаттачарьи, он был раньше Майавади и явил такую лилу. И вот он был Майавади, но по милости Гопинатха Ачарьи и Гуранги Махапрабху и других преданных, он получил Шуда Бхакти. И вот Сарвабхаума Бхаттачарьи, когда? И вот можно вспомнить, когда Сарвабхаума Бхаттачарья он хотел объяснить Веданта Вакью перед Гурангой Махапрабху, поскольку Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, что ты молод, а слишком молод, чтобы поддерживать саньясу, и поэтому это хорошо, если ты будешь слушать Веданту от меня, чтобы защитить свое отречение. И вот когда он сказал так Махапрабху, и вот он сказал, что вы хотите даровать мне милость, я должен слушать вас. И он начал слушать Веданту от Сарвабхаума Бхаттачарьи. Я могу объяснить вам. Hindi already published, Bengali already, English already, English translation already done, editing going on. И вот Махарадж написал книгу Нилачал Веданта Вьяхья, и там это все описывается. Сейчас на английский переводится, уже есть на хинди и на бенгали, и там описывается вся эта беседа Махапрабху и Сарвабхаума Бхаттачарьи. И вот Сарвабхаума Бхаттачарьи хотел дать. И вот сначала он хотел научить Веданте Махапрабху, но потом что-то случилось, и он принял прибежище у Шри Чайтаньи Махапрабху после того, как Махапрабху он показал ему свое истинное «Я». И вот мы здесь от наших ачарий, мы от Бхакти Ратнакара и других, мы здесь видим, что этот Мадхусудан Вачаспати, он очень ученый человек, великий пандит. Он очень знаменитый во всем Варанаси. Но когда Сарвабхаума Бхаттачарья смог осознать, что Гауди Веданта это Майавада, а вот сначала этот Сарвабхаума Бхаттачарья хотел Майавада Веданту объяснить, но потом
Когда Сарвабхаума Бхаттачарья осознал, что такое Гауди Сиддханта, он... И вот сейчас я прихожу к главной теме. И получив такую милость от Махапрабху, после получив даршан Гауди Веданта Ачарьи, Сарвабхаума Бхаттачарья был очень впечатлен. И он дал это знание Мадхусудан Вачаспати, чтобы тот проповедовал Гауди Веданту. И этот Сарвабхаума Бхаттачарья, он вынужден был поведать эту Гауди Веданта Сиддханту Мадхусудан Вачаспати, и поэтому Нитьянанда хотел отправить его туда, в этот Варанаси, чтобы он изучил. И вот этот Мадхусудан Вачаспати давал уроки Веданты, но и этот Мадхусудан Вачаспати, он был очень впечатлен, видя, насколько Джива Госвами Пад разумен. Он восторгался его образованностью, и вот он хотел как-то помочь ему всем, чем может. И вскоре Джива Госвами Пад, он изучил Гауди Веданту, и после этого Джива Госвами Пад, он попросил разрешения у Мадхусудан Вачаспати отправиться во Вриндаван, куда он ушел. И вот когда Джива Госвами Пад достиг Вриндавана, то там до последнего момента своей жизни он никогда не хотел оставлять Вриндаван. И это зовется Вриндаван Ашрой. Мы на самом деле очень глупы, что мы не понимаем слово «прибежище». Как-то легкомысленно говорим, что получили прибежище у Гурудева, но что такое настоящее прибежище, каково значение этого слова? И вот так или иначе, любой ценой, любые проблемы, когда случаются в нашей жизни, мы не должны никогда оставлять лотосные стопы Гурудева, это зовется Гуру Падашрой. А мы, к сожалению, как-то легкомысленно воспринимаем эти слова, но принять прибежище у лотосных стоп Гуру и Вайшнавов, это значит, что если мы, даже если мы умираем, какая-то критическая ситуация в нашей жизни, мы на волоске от смерти, то и в этот момент мы не должны оставлять лотосные стопы Гуру Падмы. И это зовется Гуру Падашрой, Адоу Гуру Падашрой. И вот мы, к сожалению, это слово Ашрой, прибежище, как-то легкомысленно воспринимаем. И вот в читании Бхагавате есть такие слова. Те, кто по-настоящему принимают прибежище у Садгуру, у Вайшнавов, те, кто по-настоящему принимают прибежище у Нампрабу, у святого имени или у Дхамы, то никакие проблемы не могут задеть их. Они осознают, что такое баджан, поскольку они по-настоящему приняли прибежище всем сердцем у Дамы, Намы, Гуру. И вот принять прибежище у Дамы, у Намы или у Гурудева, это очень важно. И вот Вриндавана Стакур поэтому говорит, что те, кто не принимают прибежище у Гуру и Вайшнавов, мы не можем их воспринимать всерьез. Кто будет их жизнь, они ведут себя, живут как эти. Пример Махарадж приводит, как машина без тормозов. Если вы как-то, то есть такая машина очень опасна, поскольку нельзя остановиться. И также обусловленные души, их жизнь, которую они ведут, она подобна машине без
тормозов, как будто они ведут машину без тормозов, поскольку они не могут контролировать свой ум и другие органы чувств, и поэтому их жизнь в такой опасности. И вот обусловленные души так или иначе следуют своему беспокойному уму как управляющему. Они не следуют Гуру Вайшнавам должным образом, в этом главная проблема. И вот если они не следуют чистым Гуру Вайшнавам, то кто может контролировать их характер, поведение и прочее? И вот Вриндавана Стакур Махашой, он говорит, те, кто по-настоящему принимают прибежище без всякого лицемерия, и вот те, кто принимают прибежище у чистых Гуру Вайшнавов, то Кришна никогда не оставит их, а все остальные, они обречены на смерть без всякой какой-либо причины. И Шрила Прабхупада дает гарантию, что то, что те, кто по-настоящему приняли прибежище лотосных стоп Гуру Вайшнава в садгуру, те, кто совершает Гуру Севу всем сердцем без лицемерия, искренне, то, как Джива Госвами Пад, я могу пример привести. И вот Джива Госвами Пад через Гуру Севу, будьте осторожны, через сад Гуру Севу, несомненно, они обретут татвагьяна. Татвагьян – это не значит что-то запомнить, это значит осознать татву. И Шрила Прабхупад дает гарантию, что те, кто принимают прибежище у садгуру, те, кто совершают служение без устали, Гуру Сева, значит, непрерывное служение, не так, что пять минут служим Майе, а час Гуру, нет. И вот Шрила Прабхупад говорит, что и такие люди, они, которые всегда заняты в Гуру Севе, они, несомненно, осознают апракрита татву. И вот если они осознают эту татву, это значит, что они будут совершать непрерывное служение, осознать татвагьяну, значит, совершать непрерывное служение Бхагавану, Гуру Вайшнавам и Бхагавану. Шрила Прабхупад говорит только они могут обрести возможность войти в эту апракрита даму, чтобы совершать там вечное служение, а не все, а только те, кто обрели татвагьяну в этой жизни. Нам не нужно ждать следующей жизни, а мы в этой жизни можем достичь всего. И вот осознание этой татвагьяны может занять нас в непрерывной гуру-севе, нама-севе и дама-севе. И тогда мы обретем вечное, вечную севу в вечном мире. Такова процедура. И вот Джива Госвами Пад из Варанаси, из Каши Варанаси, он отправился во Вриндаван. И жил там до последнего момента своей жизни. И это зовется Дама Ашрой. Ашрой значит, если я приведу пример, надеюсь, вы поймете его. Например, вот ночью потоп начался, наводнение. И каждый дом буквально затоплен и сносит водой. Каждый дом. И мы тоже вот течем в этом потоке воды, наши дети, детей водой снесло, жену водой снесло, и вот остался один человек такой. И вот как пример, в Мурусидабаде однажды вот люди спали, и тут в 2000 году это вроде бы 2000 years, you know. There, that time there was a big, you know, flat.
That time, night time, they're sleeping. Suddenly, blood coming on. Everybody going to die. Mother going this way, child going this way. И вот люди спали, тут наводнение началось, и потоком воды начало сносить всех, кто кого может защитить. И вот в таком, и если мы осознаем, что вот, будучи в таком состоянии, то нам, то мы никогда не будем бояться никаких ситуаций, которые встречаются в нашей жизни, что вот поток Майи так сносит нас, все что угодно может случиться в любое время, цунами, какое-нибудь наводнение или землетрясение. И вот нет никакой гарантии такой спокойной жизни. Мы всегда в одиночестве. Но имеется в виду Гуру Вайшнава и Бхагаваны с нами есть, и никого больше. Мы можем принять в настоящее прибежище только у Гуру Вайшнавов и Бхагавана. А если мы будем зависеть от денег в банке, от родственников каких-то, все это бесполезно. Только и только мы должны принять прибежище у лотосных стоп, чистых Гуру Вайшнавов, Бхагавана, Нама, Дамы, и они защитят нас. А вся наша жизнь, она столь нестабильна, если мы это почувствуем, прямо почувствуем, что в каком мы таком сложном положении, что вот как во время ночного потопа, suddenly, if you can, if you are flowing in, you know, current, water current. Suppose you are going to meet with a branches of tree there, banyan tree. Then you can suddenly catch. И вот, если вы течете вот в потоке этого наводнения и вдруг вы увидите баньяновое дерево и сможете схватиться за его ветки и забраться на это дерево, то тогда ваша жизнь будет спасена. И вы, вот баньяновые деревья очень крепкие. В общем, эти корни очень глубокие, они хорошо держатся. Если ухватиться за такое баньяновое дерево, то наша жизнь так или иначе будет спасена. И это тоже не совсем совершенный пример с этим баньяновым деревом. Еще один пример, например, война началась, беженцы куда-то побежали, чтобы спастись, а потом война закончилась, эти беженцы назад возвращаются. Но это не совсем правильное определение и пример. Прибежище, настоящее прибежище Ашрой значит, что мы никогда не оставим этого прибежища, вот как в киртанах поется, а не так, что ситуация поменялась, погода поменялась, что мы все передумали и все поменяли. Это неправильно. А такое неизменное, это есть Ашрой, прибежище. И вот Джива Госвами Пад принял прибежище у Рупы Санатаны. И вот и Джива Госвами Пад до последнего момента своей жизни он никогда не оставлял Рупы Санатану. Он жил с ними, служил им. И однажды царь, Делийский царь, попросил Джива Госвами Пада: пожалуйста, приходи в Дели. У нас тут спор нужно решить, положение Ганги определить, что выше, Ганга или Ямуна, какая река более высокая, более лучшая. И Джива Госвами Пад, он согласился отправиться, чтобы решить их проблемы, но с таким условием, после того, как собрание закончится, он сразу же, как можно быстрее, вернется во Вриндаван.
И вот мы организовали такую эту карету быструю, чтобы туда-обратно его свозить. И вот Джива Госвамипад там, он со всеми свидетельствами доказал, что Ганга, несомненно, очень велика и высока, поскольку Ганга исходит с лотосных стоп Верховного Господа, и поэтому, несомненно, она великолепна и велика. Она тоже Бхагават-шакти, но Ямуна, она Патрани, она получает служение во Вриндаване все время. You know, that's why Jamuna is actually Patrani, that's why the position of Ganga is more higher than Она Патрани, и поэтому положение Ямуна, оно более высоко, чем Ганга. И вот, вот это единственный раз в своей жизни он покинул Вриндаван на короткое время, а потом никогда не уезжал. Джива Госвами, он лучше из Рупанук, какие-то материалисты, они пытаются опровергнуть это, говоря, что он не следовал Рупи Санатане. И вот обычные люди, они говорят из-за того, что Джива Госвамипад, он говорил о Паракии расы, поэтому он не следовал Рупи Санатани, но это не так. Он лучший из Рупанук, он всегда совершал служение все время. Он служил Рупи Госвамипаду, поскольку получил дикшу от него. Когда Рупа Госвами подписал книги, то тогда Джива Госвами он омахивал его опахалом. Когда не было воды, Джива Госвами подходил на Ямуну, приносил питьевую воду и различные виды служения совершал под руководством Рупы Госвамипада. И Джива Госвамипад, кто-то говорит, что Джива Госвамипад не следовал Рупи Санатани Госвами. А, и утверждают, что Рупа и Санатана не очень смирены, а Джива Госвами совершенно не смирен, и Вриндавана Стакура Махасой тоже совсем не смирен, поскольку вот он сказал, что я столько свидетельств привожу, но те, кто не понимают такого человека, готов ударить по голове. Я обычные люди не понимали его величия, а он был Вьясадев Чайтанья Лилы, и из-за своей милости он говорил так, поскольку Мотир накишне парато шатова митхо випаддет гриво вратана адант говир вишатам тамисрам пунаха пуна чарвито чарванана мотир накишне парато шатова. Вот Прахлад Махарадж объясняет его милость. Мои васудеви. So many slogans there. So, Vrindavan Das Thakur Mahasaya only wanted to show exclusive kripa on them. Vrindavan Das Thakur Mahasaya, он, говоря так, он
применял эту формулу, что если пыль с его стоп попадет на чью-то голову, то такие люди, они получат милость. И поэтому он говорил так. И следующий пример Шрила Валлабхачарья, он встретился с Махапрабху, несколько раз встречался с Махапрабху. Два раза точно встречался, один раз в Арайграме, в Аллахабаде, на том берегу Ганги. Когда Махапрабху посетил его дом по его просьбе, и Рупа Госвами Пад был там с Махапрабху. И вот после этого Валлабхачарья пришел сюда, в Пурушоттамдаму, чтобы встретиться с Махапрабху. И таким образом, этот Валлабхачарья получил дикшу от Гададхар Пандита. И вот он получил дикшу Кишор Гопал мантру. И вот он был в Пурушоттамдаме какое-то время, потом был во Вриндаване, и там он пошел принять омовение в Ямуне. И тем временем встретил Рупа Госвами Пада рядом с Сева Кунджи. Рупа Госвами Пад совершал там свой баджан, и он увидел, что Рупа Госвами Пад пишет книгу какую-то. Джива Госвами Пад был тогда маленьким мальчиком, он обмахивал его пахалом, и Валлабхачарья спросил: и вот он спросил, что за книгу вы ищете. Тот ответил: «Расамрита Синдху». И этот Валлабхата сказал, что я отредактирую вашу книгу, как закончите, отдадите мне ее. И Рупа Госвами сказал: хорошо. А потом Валлабхата ушел на Ямуну, и Джива Госвами Пад тем временем отпросился у Гурудева, сказал: о, Гурудев, воды нет, надо воды набрать. Хорошо, иди набери. И тем временем он пошел за Валлабхата, и когда он догнал его у Ямуны, со смирением он спросил его, не с какой-то гордостью, а просто спросил: какая проблема, какой недостаток вы обнаружили в книге моего Гурудева, что вы хотите исправить это все? Что ты имеешь в виду? Я спрашиваю, какую-то ошибку вы нашли в книге моего Гурудева, что хотите исправить? И Валлабхачарья, он ошарашен был. Тут какой-то мальчик что-то спрашивает, и постепенно они начали обсуждать, говорить друг с другом. И Валлабхачарья был очень скоро осознал, что он великий пандит. Great pandit, unparalleled, unbeaten. We like to speak that. Мы хотим, он несравненен. Мы говорим, Джива Госвами Пад лучший пандит во всем мире. Шрила Бхактивинода Тхакур хотел сказать, что Джива Госвами Пад. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что мы можем сравнить Джива Госвами Пада с Рамануджа Ачарьей. Он даже выше, чем он, настолько он разумен, настолько сведущ. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур сказал так. И Джива Госвами Пад, он хотел утвердить Сиддханту. Он никогда не хотел оскорбить его, просто спросил, какую ошибку вы видели в книге моего Гурудева, что вы сказали, что исправите. И вот они разговорились.
Валабхачарья очень опечалился, он не мог даже подумать, что есть такой разумный человек, тем более вот в форме такого мальчика. И вот он был впечатлен его знанием, и возвращаясь назад, после принятия омовения в Ямуне, он, Валабхата, он опять зашел в Бхаджан-кутир Рупы Госвами и спросил: «Прости меня, а кто вот этот мальчик? Он с тобой живет, совершает служение». И со смирением Рупа Госвами сказал, что сказать. Он сын моего младшего брата, который умер, Анупам. Его звали, его Джива зовут его действительно. И после этого Валабхачарья ушел. And Jiva Goswami Pad coming back with water, keeping water and started seva, but Rupa Goswami Pad calling him, come here. Jiva Goswami Pad пришел, принес воду, стал заниматься своим служением, и Рупа Госвами позвал его и начал ругать. In small age, in immature stage you have, you know, enter you have, you know, taken this, you know, renounced order. Ты, будучи таким молодым, принял отреченный уклад жизни, и лучше, если ты вернешься назад, я не могу видеть твоего лица. Рупа Госвами Пад сказал так, Джива Госвами начал плакать, что же делать? Но никто не может нарушить наставление Рупы Госвами. И вот, то есть, если кто сказал уходить ему, то... То, что ты, ну, что ты, он сказал, что ты слишком рано принял отречение, поэтому такие проблемы происходят. А что, хотя, с одной стороны, в чем проблема? Ты не мог потерпеть. Валабхата пришел ко мне, он полон милости, и за своей милости он хотел помочь мне отредактировать эту книгу, ты не мог потерпеть этого. Поэтому уходи, я не хочу видеть твоего лица. И Джива Госвами Пад начал плакать и ушел из этого места. И вот он дошел до Байгаон. И вот он дошел до того места, где Нанда Баба был похищен. By the members of those, you know, Varuna. Слугами Варуна. He was abducted. И вот он был похищен в том месте Нанда Махарадж. It is called Байгаон. Байгаон это место называется. Jiva Goswami was going away without any water, without nothing. Ultimately, и вот Jiva Goswami, он без воды, без какой-либо еды, это, в общем, туда ушел. В Раджавасе там подружились с ними, просили пожить у них. И они смотрели на него, он был полностью отречен, не думал даже ни о еде, ни о воде, вообще ни о чем. И по просьбе в Раджавасе, так или иначе, Джива Госвами Пад, он жил, продолжал жить, так или иначе, и день и ночь находился там, и думал о лотосных стопах Гурупад Падмы, Сарва Самвадини, он составил там, и также мы знаем, что Сандарпа, шесть Сандарп, Jiva Goswami Pad, он эти шесть сандарб там составил, живя в этом Байгауне. И вот Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур говорит, если кто-то поймет эти шесть сандарб, они подобные сокровища, они несравненные и безупречные. Мы не можем сравнить это подобно драгоценному сокровищу. И вот эти
Шат-сандарбхи – это сокровище на пути Гауди-бхаджана, и составив это все, и вот после этого Санатана Госвами, он путешествовал по разным деревням Вриндавана, вот так он ходил, ходил. И вот в то время Санатан Госвами, он узнал от Враджаваси, что какой-то прекрасный Баба живет вот в нашей деревне и ничего не ест, не пьет, просто там где-то живет. И где же он? И вот Санатан Госвами понял, что кто этот Баба, кто может быть он? И вот он увидел, обнаружил, что это Джива Госвами, что это Джива. И перед Санатаной Джива Госвами Пад начал плакать. Он расплакался. И вот плача и плача, и в итоге спросил, что случилось, и Санатан Госвами сказал, рассказал, что случилось. И вот Санатан Госвами Пад, он решил привести назад Джива Госвами к Рупе Госвами, его Гурудеву, и тогда Джива Госвами Пад последовал за Санатаной Госвами. Standing in some place, because who can say if my Gurudev can again throw me out? Who can say? И вот Санатан, он пошел, встретился с Рупой Госвамипадом, и они выразили почтение друг другу, и после этого Санатан Госвами сказал очень жестко, что «Дживидоя», эти слова «Дживидоя» мы можем найти их только в книгах. Рупа Госвамипад спросил, что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что я хочу сказать, то, что Дживадоя, эти слова мы можем найти только в книгах, но не в практической форме. И после этого Санатана позвал Джива Госвами, и Рупа Госвами Пад осознал и принял Дживу опять. На самом деле, Рупа Госвами Пад не выгонял его, просто дал такой урок. И вот Джива Госвами Пад никаких ошибок не совершил. Со стороны Джива Госвами Пада не было никакой ошибки, поскольку Джива Госвами Пад хотел отстоять почет своего Гурудева. Если кто-то выражает неуважение к Гурудеву, это наш сиддханта в том, что мы должны дать должный отпор, должный ответ. И поэтому Джива Госвами ничего плохого не сделал, но это был урок для него, который дал ему Рупа Госвами Пад. И с этих пор не только это, но тоже Шрила Санатан Госвами Пад и Шрила Рупа Госвами Пад, они так много книг написали, и они давали книги Дживе Госвами на редактирование всегда. Так много книг. И Брихат Бхагаватамрита, Расамрита Синду, все книги, которые они писали, их редактировал Джива Госвами Пад. И подумайте, какое положение он занимал. Он так их украшал буквально. И поэтому со стороны Джива Госвами Пада никакой ошибки не было, но все же он получил такой урок. И еще один пример. Один Дигвиджай Пандит, он думал, что он великий пандит, и вот он везде ездил и справки брал у всех, что он победил того или иного человека.
И потом он с Махапрабху встретился и... Каскешам Касмири. So he was also a Digvijay Pandit. И был побежден. И вот этот Дигвиджай Пандит, ложное эго которого было разрушено Махапрабху, и вот этот Дигвиджай Пандит во Вриндаван приехал, начал брать справки от всех, что вы побеждены мною, и вот этим... Ну, в общем, спорить никто с ним не хотел, просто давали ему справки, что он их победил. И пришел он даже к Рупи Санатане и сказал, что если вы хотите обсудить что-то на духовные темы со мной, то можно обсудить. Если не хотите, дайте справку, что я вас победил. Вот, и, ну, Рупи Санатане больше делать нечего было, кроме как спорить с ними, поэтому просто дали справку, что... Они побеждены. Ну, в общем, да, чтобы он отстал. А Джива Госвами Пад, когда узнал об этом, что его Гурудев, Рупа и Санатана Госвами, что они признали себя побежденными этим пандитом, он сказал ему, что знаешь ли ты, славу моего Гурудева, ты просто взял справку от него, что он побежден тобой. Если ты сможешь победить меня, пожалуйста, давай спорить. Если ты сможешь победить меня, то после этого можешь справку от него взять, иначе я порву все твои справки, у тебя нет права заявлять так. It is Siddhanta. It is Siddhanta. If you cannot do it, И вот Сиддханта, тут обрыв связи был на минутку. И вот если мы не сможем защитить Сиддханту или защитить славу Гурудева, то это бесполезно, это лицемерие, это не тринадапи. Защищать славу гуру и вайшнавов, защищать сиддханту, если нам нужно сказать что-то жестко, то это тоже тринадапи. Шрила Бхактивинода Тхакур сказал уже об этом, и вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, и вот если мы пытаемся защитить сиддханту, то в процессе этого служения, если мы спорить с кем-то, начнем с какими-то майявади в одежде вайшнавов или каких-то ачари, и вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, если я пытаюсь защитить сиддханту, то все и какие-то проблемы, если возникают в процессе этого, то Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что мы должны терпеть это ради пользы, ради служения Шри Чайтанья Махапрабху. Ради совершенного служения Чайтанья Вани. Если я развию какие-то плохие отношения с кем-то, то Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что пойдет, поскольку мы делаем это для служения Гуранги, а не для себя. И таким образом Джива Госвами Пад, он показывал пример тринадапи, но какие-то глупые люди, они не понимают этого. Когда Кришнадас Кавираж Госвами говорит такие слова, папишто, пуришер, кито, муишер, вишто,
то обычные люди думают, что это Тринадапи. А Вриндаванадас Тхакур Махашу и Джива Госвами, они не Тринадапи. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что это глупые люди, они не понимают Сиддханты. Лучший Сиддханта Ачарьи Гаудия-Ведантист. Гаудия-Веданти в нашей наставнической преемственности, это Джива Госвами, его Сиддханта, его Шат Сандархи и все остальное, Брахма Самхита, все этики, комментарии, прочие книги и писания, написано им даже Вьякарон. Джива Госвами Пад был настолько милостив, он думал, кто может запомнить это панини Вьякарон. Это очень такой обширнейший раздел грамматики. Кому-то лет 20 надо изучать его, это не до конца. Очень обширная такая сложная грамматика. И Джива Госвами Пад был настолько милостив, что он взял и собрал все санскритские правила. He wanted to collect everything in Vyakaran, and wanted to написал книгу по санскритской грамматике, причем не просто так написал, а написал так, что это все очень компактно и с Кришной связано. И так люди, когда эти читают эту санскритскую грамматику, написанную им, то там в каждом слове, буквально в каждом слове, Джива Госвами Пад связал это с всякими аватарами Верховного Господа, Вишну, Брама, Гададхар и прочие имена Бхагавана. Он эту грамматику связал с именами Бхагавана. Если у нас есть хотя бы немного здравого смысла, и мы почитаем Харинама Вьякаран, то тогда мы осознаем, как это было возможно, как это можно связать все сутры, эти правила грамматические с Верховным Господом, как это практически невозможно. А таким прекрасным образом еще сложнее. И вот он, а он это сделал, связал все с именами Кришны, Вишну. И таким образом, и вот наш Бхактивинода Тхакур говорит, если кто-то осознает, сат-сандарбху, он получит ясное представление о Веданта-сутре. Чтобы понять ясно, четко Веданта-сутру, если мы будем изучать сат-сандарбху под руководством великих пандитов или преданных, то можем стать успешными и понять все глубинное значение Веданты. Все сокровенные таттвы Веданты, они иллюстрированы в Шримад Бхагаватам Махапуране, и оттуда Джива Госвами Пад составил сат-сандарбху, чтобы никаких проблем, вопросов или сомнений не было ни в какой сиддханте. И вот Джива Госвами Пад. И вот Джива Госвами Пад, он всегда придавал значение Шабда Праману. Шабда Праман, он наивысший. А все другие праманы, они есть, конечно, но Шабда Праман, он наивысший. И вот это Веданта Сутра, Джива Госвами Пад, он объясняет очень хорошо, что Шабда Праман, он анант. И вот среди всего этого Джива Госвами Пад хотел утвердить Ачинтья Бьеда Бьеда Таттву, поскольку
Если мы не можем понять Ачинтья Беда Беда Татва, то мы не сможем понять ничего. И вот это сравнение всех четырех сампрадай, я уже говорил об этом раньше, но я еще раз хочу обсудить об этом, об этих четырех колоннах Вайшнава Даршана. И среди них главное, как Шанкарачарья Кевала-двайтават, Упаскарачарья, вот Махарадж перечисляет, какого ачарья, какая вада. All different characteristics, if you cannot understand, и вот если мы не сможем понять их отличия в их взглядах, то тогда мы не поймем, что такое Ачинтья Беда Беда Татва. Если мы поймем все эти различные даршаны, пять точнее, включая Шанкарачарью. Шанкарачарья, он Майваду представляет. Кевала-двайтаваду. И Вишну с вами Шудда Двайта Вада, Амадва Чарья Двайта Двайта Вада, Рамануджа Чарья Вишишта Адвайта Ваду, Шакти Сидданта там. Я буду пытаться обсудить это, но сейчас времени нету, и вот Шри Чайтанья Махапрабху, он всегда хотел эту Ачинтья Беда 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 Татву нам. И это Ачинтья Беда Беда Татва, если вы хотите понять ее правильно, вы должны понять четыре. И вот для этого нужно узнать о четырех вайшнавских сампрадаях, на которые основывается эта Ачинтья Беда Беда Татва, причем гармоничным образом она гармонизируется всеми учениями этих четырех авторитетных вайшнавских сампрадай. Как мы говорим, что Мадвачарья, он главная колонна, Мадхавендра Пурипад, точнее, он главная колонна Гаудия Баджана, и наш предыдущий ачарья Мадвачарья, он колонна Гауди Сампрадая. И вот на основе этого Ачинтья Беда Беда Сиддханты Махапрабху уже хотел показать, что Джива Госвамипад хотел явить эту Ачинтья Беда Беда Татву нам. И также я хочу сказать, что Джива Госвамипад, он такой, а он не был заинтересован давать дикшу кому-то, всего лишь каким-то нескольким избранным преданным, но мы знаем, что Наротам Такур, Синивасачарья, Шьямананда Прабху, и все они пришли, чтобы получить шикшу от Шрилы Дживы Госвамипада. Синивасачарья, он получил дикшу от Гопалбхатта Госвами. Шьямананда Прабху получил дикшу от Гауридас Пандита. Забыл, как его зовут. Вот Хридой Чайтанья, он дикшу от него получил, и вот Шьямананда Прабху от него дикшу получил, и также Наротам Такур получил дикшу от Лаканатха Госая. Но будьте уверены, все они получили разрешение от своих соответствующих гуру, как Гопалбхатта Госвами, он благословил и дал разрешение Шринивасачарье получать шикшу от Джива Госвамипада. И таким образом Наротам Такур тоже такую возможность получил с Шьямананда Прабху. И вот они все получили дикшу.
И после этого Джива Госвамипад, он дал им ответственность за все Гаудия Вайшнавские книги, написанные Рупой Санатаны. И Джива Госвамипад так много написал всего. И после этого Джива Госвамипад отдал ответственность им, Шринивасачарье, Наротам Такуру и Шьямананди Прабу, отправиться в Бенгал и проповедовать эту сиддханту везде. И вот они собрались в Бенгал, времени у меня мало всю историю рассказывать, но по пути в Бакурской области все книги были похищены одним царем-разбойником. Царь Бихрам Бира был. Ну, в итоге он дикшу Шринивасачарья получил. Шринивасачарья был очень могуществен. И вот я задену один случай, чтобы понять его величие. И вот когда одну книгу, в общем, когда книги украли, Шринивасачарья начал беспокоиться и подумал, что это наверняка план Верховного Господа. Не может так случиться, что вайшнавы так поступили. И в итоге он узнал, что это царь Вихрамбир Раджа. Он днем царем работает, слушает Бхагаватам, ведет себя так прилично, а ночью грабит народ. Но так или иначе, он жаловаться не стал. Еще он грабил не своих, а мимо проходящих, чужих и таких гостей. И вот Шринивасачарья подумал, что нужно пойти к нему на собрание. И вот он... И вот он слушал Харикатху там, и один товарищ там Расалилу объяснял очень скверным образом. Шринивасачарья был оскорблен, слыша такую ересь, и он начал возмущаться, что вы объясняете Расалилу таким грязным методом, вы думаете, Расалила что-то материальное. И тогда царь Вихрамбир, он тоже сказал: «Хорошо, давай ты объясняй, раз не нравится». Давай, вот с завтрашнего дня будешь объяснять Бхагаватам, Расалилу и прочее. Еще Шринивасачарья пришел, начал объяснять Кришналилу таким великолепным, сладким образом, что все начали плакать. Даже Вихрамбир Раджа, он тоже заплакал, и потом он пал к его лотосным стопам, попросил прощения и сказал: «Пожалуйста, дайте мне дикшу, я хочу получить дикшу от вас». И вот они договорились, и Шринивасачарья, он получил все свои сокровенные книги, украденные этим царем, а Вихрамбир Раджа, он получил дикшу в Мадан Махан Мандире. Я был там лет 10 назад, в Бакуре, и видел это место. И этот Бхагават, кто говорил Бхагаватам раньше, и тот человек тоже принял прибежище у лотосных стоп Шринивасачарьи, насколько могущественен он был. И то место, где проповедовал Шринивасачарья активно, что, смотрите, даже этот внука Бихрамбир Раджи, во время Бихрамбир Раджи Гаудия философия, Гаудия даршан очень активно проповедовался. И после этого его этот внук, и даже внук внука, он был
преданным Гопалу вызвали. И вот он был очень могуществен, что в его царстве он дал наставление всем, что хорошо, каждый должен читать, то, что каждый харинам должен принять и повторять. А кто не будет повторять харинам, накажу. И вот люди в его царстве. Этот Гопал Симха его звали. И вот мы слышали от моих наших этих дедов и бабушек, что этот Гопал Симха и Быгар какой-то там был еще. So everybody must do Harinam. Without Harinam, with getting information, Gopal Singh, his name was. This way, extensive preaching was done. Northamudagur gone to, you know, extreme east, Manipur, Tripura. Ну, в общем, во время этого царя и его внуков, правнуков. Все должны были Харинам повторять. И потом народ нам так проповедовал на востоке, на западе, точнее, западе Бенгала. Когда Рупа Санатана ушли, Джива Госвами Пад был наивысшим авторитетом. И вот Рупа Санатана, Сварупа Госвами, Рагунатх все ушли, когда... Because Jiva Goswami Pad was there, and Raghunath Goswami always, you know, praying unto the lotus feet of Jiva Goswami Pad. You think? Raghunath Das Goswami всегда молился лотосным стопам Дживы Госвами Пада, чтобы обрести его милость. Можно вспомнить об этом, хотя Raghunath Das Goswami, он тоже лучший из Рупанук. А Дживы Госвами Пад, он тоже, но все же так было. Я могу рассказать об одном случае. Однажды Джива Госвами Пад сидел, и вот, в общем, он с Джива Госвами Пад говорил Харикатху, и Джива Госвами сказал: «Я сейчас задам вопрос, ты должен ответить». И вот Джива Госвами Пад, он начал спрашивать различные вопросы. И вот они отвечали. Один вопрос был очень сложен. Джива Госвами Пад спросил: «И вот вы сейчас должны ответить на этот вопрос». Вот это Кадамба Врикша, дерево Кадамбы. Когда Кришна ушел, все деревья и кустарники и не почувствовали разлуку и практически засохли. Настолько плохая ситуация, но почему это дерево Кадамба полно силы, листвы, выглядит так, как будто ничего не произошло плохого. И вот они думали, и по милости Гуанги Махапрабху, Шринивасачарья, поскольку Шринивасачарья, он воплощение Гуранги, Шьямананда воплощение Адвайты, а Нарутам Такур он воплощение нашего Нитьянанда Прабху. И вот Шринивасачарья говорит: «О Прабху, если вы не обидитесь, я хочу ответить, и хорошо». И Шринивасачарья сказал: «О Прабху, все деревья и кустарники, они из-за разлуки засыхают, но смотрите, это дерево Кадамба было посажено самим Кришной перед тем, как ушел в Матхуру». И вот после того, как он ушел в Матхуру, Кришна в уме думал и благословлял это дерево Кадамбы. Питал его. И поэтому это дерево Кадамба, оно общается с Кришной постоянно, и
не чувствует никаких проблем. И такой же вопрос был задан перед какими-то преданными, почему Ямуна, она не чувствует себя так плохо, хотя все чувствуют огромную разлуку, и гопи сказали, они сказали, что Ямуна всегда She is always cheerful. This question coming in the glorification of Srimad Bhagavatam. И вот этот вопрос прославления Шримад Бхагаватам, который можно найти в Сканда Пуране, не Падма Пуране, там Гукарна Упакхьяна, а именно в Сканда Пуране. И вот там гопи спрашивают, почему мы все тут плачем, сгораем от разлуки, не можем потерпеть разлуку. А почему вот это дерево кадамбы, ничего такого с ним не происходит? И вот Джива Госвами Пад, он подавал пример всем и каждому, даже во Вриндаване. И во Враджа Мандале Джива Госвами Пад был авторитетом, все следовали ему. Вишва Вайшнава Раджа Сабха, если кто-то говорил о какой-то неправильной сиддханте, совершал какие-то недостойные поступки, и то Гаудия Вайшнавское общество, все Гаудия Вайшнавы, они звали его и спрашивали, почему, зачем же он оскверняет все это Гаудия Вайшнавское общество. И таким образом все время они пытались контролировать, кто что, где, когда делает. И Джива Госвами Пад, он хотел принести им гармонию. И вот Джива Госвами Пад совершал Враджа Мандал Парикраму время от времени, и Санатан Госвами Пад. Они также ходили здесь и там, во Вриндаване и прочих местах. И Джива Госвами Пад, он также во время Враджа Мандал Парикрамы путешествовал там. Особенно когда Шинаджи Гопал, Гопалджи Махарадж. И вот Гопалджи Махарадж во времена Махапрабху, можно увидеть, Махапрабху хотел получить даршан Гопалдева, но Махапрабху никогда не хотел прикасаться к Гирираджу ногами, поскольку Гирирадж, он сам Шри Кришна, Гирирадж, он сам Шри Кришна. Махапрабху говорит, Гирирадж Шила – это тело Кришны. И таким образом, когда Махапрабху хотел получить даршан Шинадхи, то Шинадх спустился в Гадхули Грам. Я был там, там одна деревня, это одна деревня, и там в Раджаваси они взяли Гопала, чтобы защитить его от нападения мусульман. Это не Анюра, а там внутри, не на стороне улицы, этой парикамной дороги, а внутри где-то. И там в Раджаваси они хотели защитить Гопала, потом этот Гопал был забрат в дом Биталнатха, какого-то сына Валабхачари. И вот в месяц Картика Четурмаси Валабхбата, вот в его доме Гопал был там. И после этого в его парампаре, после того, как две парампары прошли, его внук хотел сделать какую-то новую парампару. Раньше не было проблем. Но после того, как внук начал новую парампару, Валабхи Сампрадая какая-то,
И вот этот человек в своем доме в Матхуре, Джива Госвамипад. И вот Джива Госвамипад, все преданные, они получают даршан Гопала. В Матхуре получают даршан этого Гопала во время Дживы Госвамипада. И вот когда Дживы Госвамипад и вот в Радхакунде, где в Гопинат Джил Мандире, в Радха Гопинатхе, но там Джанава Деви, то есть Ананга Манджари, Джанава Деви, на Ананга Манджари ее божество было установлено по желанию Дживы Госвамипады. Это правильный сиддханта. Джанава Деви на Ананга Манджари и по желанию Дживы Госвамипада это божество было установлено там. И тогда мы уже знаем, в Калне божество Гур Нитянанда было установлено, и потом Гауранга Махапрабху, когда ушел, то там Вишну Приядеви установила Дамешвар Гуру и все божества Гауранги и Нитянанды. Они явились в различных местах, чтобы дать нам возможность служить им. И этот Джива Госвамипад, и вот Джива Госвамипад, он от него, Шринивас Ачарья, он получил этот титул Ачарья. Этот титул Ачарья, Шринивас Ачарья. Этот Шринивас Джи Махарадж. Он получил от Дживы Госвамипада Такур Махашой, Наротам Такур. Этот титул был дан Дживы Госвамипада. И таким образом эти титулы были даны им. И также это была обязанность Дживы Госвамипада, что кто-то новый, если приходил с города, это была ответственность Дживы Госвамипада, чтобы он кормил их, организовал место, где они могут отдохнуть и все остальное. Сейчас, к сожалению, мы очень неудачливы, как это повод для того, чтобы другие сампрадаи говорить что-то плохое могли о нас. А почему? Поскольку мы теряем силу с каждым днем наш характер портится и прочее, прочее. И так. Я уже говорил, что различные ачарьи, четыре ачарьи, они хотели объяснить каждый свой даршан. И вот они хотели объяснить даршан на основе Веданта Сутра. Они говорили, что Брахма Сутра – это основная платформа. Вот это Брахма Сутра – это та платформа, на основе которой эти четыре ачарьи, и после того, как были другие ачарьи, то, что они объясняли с различных точек зрения. Основа в том, что они верят, что Бхагаван – Верховный Господь и преданные. У них есть вечная связь, они верят в бхакти, и они все в общем бхакти ачарьи, и в итоге в Гауди Сампрадай, особенно в Гауди Сампрадай, не было веданты. И вот в Гауди Сампрадае не было комментария к Веданте, поскольку мы верим, что Мадхвачарья, его объяснение Веданта, оно хорошо, и нам не нужно писать свою, поскольку те Госвами, Джива Госвами, Патрупа Госвами, Патсанатана Госвами, они были очень могущественны.
они за поста могли написать, но не считали это необходимым, поскольку Бхагавата Махапурана – это естественное объяснение, естественный комментарий к Веданта Сутре. И через Бхагавата мы, естественно, получаем этот комментарий. Мы знаем из Гаятри Сутры вот эти слова. И вот эти шлоки из Гаруда Пураны. Мы... И вот Бхагавата объясняет все, и поэтому они не считали нужным писать комментарии к Веданта Сутре, но когда спор возник, Вишванатха Чакраварти там был, но он очень стар был, и поэтому отправил Баладева Видьябхушана, и там с ним еще один преданный был, и вот они оба были отправлены в Вишванатха Чакраварти Падам, поскольку Вишванатха Чакраварти Пад был приглашен найти решение, поскольку кто может служить Говиндадеву, вот те другие они не могли допустить Гауди Сампрада из-за того, что у нее не было комментария к этой Веданте. И вот царь Джайпура был в такой замешательстве, он собрал Дарма Сабху, чтобы решить проблему. И вот Вишванатха Чакраварти Пад был в очень пожилом возрасте, что сам не мог отправиться туда, и поэтому послал Баладева Видьябхушана еще одного преданного в Джайпур, чтобы они участвовали в этих спорах. И там Баладев Видьябхушан был спрошен. Все остальные сампрадаи сказали, что мы хотим услышать Веданта Вичар от Гауди Сампрадаи. На основе какого комментария вы хотите обсуждать это? И тогда, естественно, Баладева Видьябхушан сказал: «Хорошо, я хочу следовать Мадвачарье Бхашье». И тогда они начали возмущаться, что Мадвачарья, у него есть Гопала, Радхарани нет. Как вы можете так говорить? Гопала есть, но Радхарани нет. И как можно помощь Мадвачарье принимать? И тогда Баладева Видьябхушан подумал, да. Они не понимают, что внутри Гопала Говинды все есть. Радхарани уже есть, но они не могут принять это и признать. И тогда Баладева Видьябхушан принял решение, что в течение 7 дней я напишу Гауди Веданта Бхашью, комментарий к Веданта Сутре. И вот Баладева Видьябхушан пошел к Говиндаджи Махараджу. И вот, постясь без еды и воды, и вот он молился лотосным стопам Говинды, и чтобы тот помог защитить престиж Гауди Сампрадаи, поскольку ты сам пришел в форме Гауранги. И если мы не сможем защитить Гауди Сампрадаю, то это будет это плохо, поскольку Гауди Сампрадай – это величайшее сокровище, и во всем мире нет ничего, что могло бы сравниться с Гауди Сампрадай. Это невозможно. Это настолько уникальное и великое Гауди Сампрадай, но мы, к сожалению, теряем все. И таким образом Баладев Видьябхушан в короткое время, по милости Говиндаджи, он говорил комментарии, а Баладев Видьябхушан записывал. И вот Говиндаджи ночью рассказывал этот комментарий, а тот записывал. И вот Баладев Видьябхушан таким образом составил Веданта Бхашью, которая основана на Ачинтья Беда, Абеда Татве также. И вот Бхактивинода Тхакура говорит, что мы узнали от нашей прежней Гуру Варги то, что Баладева Видьябхушан, он Гопинатхачарья. Когда Махапрабху, он хотел дать, он говорил о Гауди Веданте перед Сарвабхаума Бхаттачарьей, то в то время Гопинатхачарья там был. Бхактивинода Тхакура говорит об этом, что это может быть так, и нет сомнений в этом.
поскольку Гопинатхачарья, он слушал как Махапрабху, так и Сарвабхаума Бхаттачарью. И после этого Гопинатхачарья, после того, как он оставил тело, ну, имеется в виду, что он вечный спутник Махапрабху, но все же поменял тело и пришел в форме Баладева Видьябхушана. И вот Баладев Видьябхушан, он герой сокровища, бриллиант, как Джива Госвами Пад, такой Веданти. Во всем мире никто не может сравниться с ним, он лучший из Веданти. И даже Валабхачарья. И вот Валабхачарья в итоге вынужден был признать то, что Джива Госвами, он наивысший, он написал книгу «Татва Прадип», «Татва Дип», точнее. И вот Валабхачарья, Валабхата, он составил одну книгу, «Татва Прадип» называется, «Татва Дип», точнее, «Татва Дип». И после этого он вынужден прийти, был к Дживе Госвами Паду и сказал, что я составил эту книгу, можете изучить ее. Дживе Госвами Пад сказал, хорошо, я посмотрю. И прочтя эту книгу, Дживе Госвами Пад, он был вынужден указать на множество ошибок. И Джива Госвами Пад, он вынужден был найти кучу ошибок, несоответствий Сиддханте в этой книге. И Валабхата, Валабхачарья был, он принял их без всяких аргументов, что все, что вы говорите, я приму, исправлю. И вот согласно И он опубликовал эту книгу в соответствии со всеми поправками. И вот смотрите, какой великий ачарья Джива Госвами Пад. И Бхактивинода Тхакур говорит, Баладев Видьябхушан также, он великое сокровище Шьямананда Паривари, на пути Шьямананда Паривари. И вот в один из дней я могу говорить о дальнейшем я буду говорить о пяти этих философиях Шанкарачари, Нимбакачари, Вишну Свами, Рамануджачари, их всех, но Ачинтья, Беда, Беда Татва, она. Но Ачинтья Беда Беда Татва, она уникальна, поскольку Шри Чайтанья Махапрабху, он прикоснулся к ней, к этой Ачинтья Беда Беда Татве. И вот с Рамануджачари Шакти Татва до нас, с Мадвачари Нитья Виграха, с Вишну с вами Нитья Севак Сева Самбандха. Yes. И вот четыре различных сиддханты, они из четырех сампрадай, они все. И вот Махапрабху все это сгармонизировал в Ачинтья Беда Беда Татве. И вот это если до этой Ачинтья Беда Беда Татве было много всяких споров, но Бхактивинода Тхакур говорит, что это не новое. Кто-то может думать, что это новое, но нет. В Шримад Бхагаватам Махапуране Вьясадев Госвами, он уже указал на это. Можно вспомнить в день явления Мадвачари, когда Вьясадев отправился в Ясагуфу в Бадринарайне, и Вьясадев Госвами, он был вынужден выйти из своего бажан-кутира и обнять Мадхавачарью. Мадхавачарья получил полную милость Вьясадеву. Он ученик Вьясадевы Госвами. Вот как в этом киртане поется.
И вот Мадвачарья, и вот Мадвачарья, он ученик Вьясадева, и когда Варанаси спор возник, поскольку Шанкарачарья, тот этот Шанкарачарья, который этот титул, и вот спор возник, и все чистые преданные, они поняли, что сейчас, а вот на небесах было темно-синее аватара Вьясадева. И вот они поняли, что Мадвачарья получил милость Вьясадева, и поэтому он победит. И таким образом Ачинтья Бхедавада, мы должны обсудить ее более подробно, поскольку в нашем уме есть какое-то беспривидение, которое не может понять этого. А до тех пор, пока мы не поймем Ачинтья Бхедататву, мы не поймем, что хотел сказать Махапрабху, какова вечная связь между Дживой, Бхагаваном и все остальное. Майявади, они хотят доказать, что нет никакой другой татвы, кроме ихней. И поэтому они говорят, что их татва лучшая. И вот Шанкарачарья кивал Адвайтават. И вот даже Шанкарачарья не был готов принять Шакти Татву. Если Шанкарачарья думал, что он примет Шакти Татву отдельно, то тогда он примет, признает дуальную Татву, но но я хочу Майявада Татву только утвердить. И поэтому он вот проповедовал Кевала Адвайтаваду только, но это Кевала Адвайтавада. Но если эту Шакти Татву признать, то эту Кевала Адвайта Татву уже не доказать. Но под руководством Махапрабху Джива Госвами Пад, он вот, относительно Шакти Татвы говорит, Шакти, Шакти Матур Абьед, Шакти, обладатель Шакти, они не отличны друг от друга. Но Шанкарачарья не может признать это. И Махапрабху дал такой пример, как огонь и сила огня. Power of fire is there inside this that fire. It is not separate. Вот сила огня, она неотделима от огня. И мы не можем отделить эту силу, сияние и огонь от огня. И также Шакти Татва. Без Шакти Татвы мы не можем понять Шакти Мана. И он не имеет никакого значения без своей Шакти. Если мы попытаемся разделить Шакти Татву от Брахма Татвы, то Брахма станет бесполезен. Поскольку Шакти Татву мы забрали, это невозможно. Шакти, Шакти Матур Абьед. И также из шастры мы знаем Ачинтаха. Prakritibhyo param yaccha tat achintasya lakshanam. We know the siddhanta. Мы знаем эту сиддханту, то что no trans tarkena jojay. Any achinta inconceivable tatva. Любая ачинтья, непостижимая татва, мы не можем какие-то логические доводы использовать, поскольку она непостижима. И ачинтья не значит, люди думают, ачинтья значит что-то, то, что, о чем обычные люди не могут думать. Нет, ачинтья значит непостижимо. Даже если будем думать об этом, это невозможно понять для нас. И поэтому это ачинтья беда, беда. Нет, ачинтья беда, беда татва значит, что практически невозможно ее понять, применяя свой ум и прочее. Все наши усилия, они могут
быть напрасной ачинтия, значит, вы не можете привести это в ваше сознание. Это невозможно. И вот таким образом, ачинтия, значит, люди думают, что мы то, о чем мы не можем думать, но много вещей в этом материальном мире, и иногда нечем возразить. Вот почему сахар сладкий, чем объяснить? Почему ним горький? Почему что-то сладкое, что-то горькое или еще что-то? У нас нет никаких аргументов на это. Что можем сказать? И таким образом Махапрабху говорит, как это возможно, что, прикасаясь с философским камнем к чему-то, этот философский камень меняется, превращается в золото, как это возможно. Золото превращается, точнее, железо в золото. Даже в наших шастрах так много аргументов, не только один случай, а много. И вот есть какие-то химические элементы, если мы их, они... Это вот этот колокольный металл, например, если он с рассаяной соприкасается, то он становится золотом. Это химический элемент какой-то, алхимический. И ученые тоже признают это, поскольку если для философского камня возможно то есть, ну, Махарадж говорит о трансмутации элементов, что ученые признают, что это возможно, и поэтому теоретически может быть какой-то философский камень, прикасаясь к которым к чему-то оно становится золотом. То есть теоретически возможно. Но сейчас из-за влияния Кали мы не верим ни во что, даже Чандра Кантамони, лунный камень. Если мы изначально лунный камень где-то достанем, подлинный, то с этим перед Чандра Кантамони... А, то есть рядом с этим камнем, то даже огонь он становится холодный, но как в это поверить? Но из-за Кали все силу теряет свое. Но этот перед этим камнем даже огонь не может свою силу показать. Но из-за влияния Кали, осквернения Кали, все теряет свою силу. Но если мы будем следовать как следует, достойно, точно, в пути, которому показан Шрила Прабхупада и Бхактивинода Тхакура, никто не сможет забрать нашу силу. Будьте уверены. И вот Ачинтаха. И вот это Ачинтя Лакшана. Ачинтя Лакшан не значит... А Ачинтя значит... что есть другой уровень, где можно... И вот мы знаем из Шримад Бхагавата Махапурана, из первой шлоки. И вот Савиги Сарат. Мы не можем идти на компромисс с Кришной, это невозможно. И вот Брахма также говорит. И вот Бхагаван Ананта, а мы очень малы, бесконечно малы. Как мы можем обрести связь с Верховным Господом? И этот
Ачинтья Бьеда, Бьеда Татва, наш Госвами, они говорили, что не нужно спорить. С помощью этой Ачинтья Татвы мы можем достичь другого уровня, который есть платформа Према, уровень Према, когда Бхагаван вынужден сказать вот такие слова. И вот Кришна, он сарат, никто не может контролировать Кришну, но сам Кришна говорит. И вот есть другая платформа, это есть платформа Према, не только то, что мы не можем постичь. Ачинтья значит такая сладкая, прекрасная платформа, на, если мы достигнем этой платформы, это платформа уровень Према, и это практически невозможно и непостижимо, но это все-таки возможно. Благодаря преме, хотя, может, это сначала невозможно, но впоследствии станет возможным. Ачинтья Бьеда, Бьеда Татва, она очень запутана, мы должны понять ее. Я хочу вот в течение недели говорить с различных точек зрения об этом, и различные ачарьи четырех сампрадай, что они хотят сказать. Что Махапрабху говорит? Махапрабху хочет... И вот к Ачинтья Бьеда Татве прикоснулся сам Махапрабху, поэтому она не основана какой-то обусловленной душой. Ачинтья Бьеда, Бьеда Татва, она не сделана человеком, она уже там, Шримад Бхагаватам, Вьясадева Госвами, он уже указание получил, а мы слепы и не можем видеть. Ачинтья Бьеда, Бьеда Татва, она полностью основана Шриманом Махапрабху, но она присутствует вечно, в вечном мире. Eternally it was present, simply Mahaprabhu wanted to point out, you know. So if we cannot understand the Ачинтья Бьеда Татва all the way, we are going to make mistakes. Если мы не поймем Ачинтья Бьеда, Бьеда Татву, то по всему пути будем совершать ошибки и не сможем войти на путь Гауди Даршана, и в этом большая проблема. Кришна Киртана Гана Нартана Кала Патха Джани Ваджита Садхавактавалихамсачакрамадупо Сени Вихараспадам Карнанандикаладханирвахатуме Жувамару Прангани Си Чайтаннаданидхетавалсад Лила Судха Сардуни Ванчакалпатарвасикипасиндувевачаватитананкбаванабхавайшнавьонамону. Actually, tomorrow is the appearance day of Srila Bhaktivinoda Thakur. I consult one Panjika which I have. They are so foolish, they are composing in such a way, when I look at the Panjika, you know, casually, I see both same day. After that, carefully, no. Because there is no gapping. They maintain no gapping in the Panjika. So I couldn't realize. So excuse me. And I beg for apology. So tomorrow is the Avirbhav Tithi.